Друзья, при начале просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка будет в описании под этим роликом. Заходите, смотрите, у нас есть много интересных новостей. Трагическая новость, друзья, сегодня взбудоражила всю страну. В одном из самых крупных телеграм-каналов мы узнали страшную весть. Все помнят, любят и знают российского певца и артиста Андрея Данилко, который играет персонажа Сердючку. Сегодня с ним случилось большое горе. Как оказалось, Андрей Данилко с друзьями сегодня в одном из спортивных комплексов играли в волейбол. Они собрались, так как давно не виделись после учебы. Они решили поиграть в волейбол, но в один миг Андрею Данилко стало плохо во время игры. Он потерял сознание и упал прямо в спортзале. Друзья ему начали оказывать медицинскую помощь и вызвали скорую, которая и доставила Андрея Данилко в больницу. Мы решили связаться с врачом, который принимал Андрея Данилко во время своего дежурства. Он нам сказал, что ему придется остаться в больнице буквально на несколько дней. Сказал, что Андрею Данилко пока ничего не угрожает. Только одно, что у него высокое давление. Напомним, друзья, что Андрей Данилко недавно только вышел из больницы, где лечился от коронавируса. Давайте в этот раз поддержим его, пожелаем ему здоровья и скорейшего выздоровления. Пусть у него все будет хорошо. А вы, друзья, не забудьте подписаться на наш YouTube канал, нажать на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск на нашем YouTube канале. Заходите к нам, будьте всегда с нами, друзья, на нашем YouTube канале.